Ну, кстати, некоторые гости на Тобольские фестивали прибыли по воде. Накануне в городе на РТШ пришвартовался теплоход «Ремикс». На его борту 14 туристов из Ярославля, Санкт-Петербурга и Подмосковья. Речной круиз начался в Салехарде. По пути были остановки в Березово, Октябрьском, Ханты-Мансийске и Увате. Бутик-отель на воде, который плывет, который, я не знаю, кормит на убой. В любой маленькой, маломальской, ну, извините, деревушке сибирской есть этнографический музей. Это было удивительно. Для меня это было открытие. Путевки на речной круиз стоят недешево, от 40 до 60 тысяч рублей. Организаторы рассказывают, что стоимость можно было бы сделать более доступной. Нужно местным властям это сокращать стоимость причалов, потому что Тобольск – это самый дорогой причал по маршруту. Двухнедельное путешествие стоит от 70 тысяч рублей, включая четырехразовое питание. А, например, за причал в Тобольске нам нужно заплатить порядка 90 тысяч. Но, несмотря ни на что, нынешним летом круизный маршрут по Оби-Иртышу организаторы намерены повторить еще раз.